Доброе утро всем. У нас 7:30. Все поехали на работу в детский сад. Сейчас пьем кофе. Ставим утку в духовку. Учим английский, потому что вчера мы сделали специально математику и русский из-за сокращенных уроков. Вот, а что еще мы сделали? Математику и русский. Да, сегодня только 3 урока у Григория. Потому что день учителя и сокращенные уроки, в 10 с чем-то уже надо быть в школе. Вот, так что я поеду заберу букет для учительницы, поздравим учителей пряниками, и я поеду домой. И Гришка пешком придет, потому что в обед у нас достаточно жарко. Вот, так что сейчас пьем кофе и утку в духовку ставим жариться. Так, у меня здесь будет кофе. Такой вот красивой кружечке. И еще будет 2 тоста с вот такого батона летний магнитовского. Вот, в общем, сейчас водичка закипит. И будем есть и пить. Так, ну что, вот наша утка. Майонез, чеснок. Сейчас все... Что-то с голосом. Посолю утку, а перец уже буду добавлять вот сюда, вот в майонез. Вот так вот. Так что начинаем готовить. Да, сейчас будем все смешивать, намазывать и обязательно утку складывать в... Заматывать пекарской бумагой вот этой для выпечки. Так, ну что, вяжем петрушку. На главный вопрос, что побудило Стивена Пэддока совершить это страшное преступление. Сына, ты все уроки выучил? Английский. Все? Что ты делаешь? Разбиваю голову. Так, пошли, сейчас будем проверять английский. Наша уточка, которая уже целый час была в духовке. Сейчас я буду ее разматывать. Вот. Бумаги и еще в духовочку до золочения. Попробую поснимать на эту старенькую Сони. Григорий сам себе тут бутерброды делает. Сейчас уже уточка приготовится, будем кушать. Гриша. Тебе же сегодня в школу в 10:50 начало урока. Ну да, а уходить в 12:55. Угу. 3 урока всего, да? Гриша сейчас начал заниматься стиранием этих кодов с карточек Faberlic, потому что родня же, дай я покажу. Карточки вот такие вот черненькие, а называется твой бонус. Это для скидок. И здесь есть такие всякие коды, которые нужно, код активации, стирать. Их тут много, потому что мы достаточно много заказали. Григорию вот свитер. Так, а вот уже 2 те бонуса. Трикотажный джемпер вот такой вот. На рост мы 134 уже берем. Это я столько уже. Это ты столько уже, да. Так, и вот футболка тоже трикотажная с коротким рукавом, Григорию. А где надо Так, а у нас уточка уже готова. Она еще была полчаса в духовке, поэтому она вот так вот подрумянилась, такая красивая. Сейчас буду ее разрезать. И Гриша будет обедать, потому что у нас уже 10 часов. Все, собираемся. Заправляйся. Берем наши пряники и едем. Поздравлять всех учителей Гришиных. Сейчас заберем еще букет учительницы. Отличная, без жопы, без шкурки. Да? Да, я уже дома приехала, а тут сутка что-то случилось. Это так, что я купила, да я покажу. Такие вот очень вкусные штуки, пряники, не знаю, как их назвать, но очень вкусные. Груши купила для десерта, Каранель. Но я тебе одну мягенькую купила, а тебе потверже выбирала. Кажется, попался у меня. Это Григорию. Ну и нам, естественно, радость шаурму, потому что Гриша вчера получил 5 пятерок и попросил одну шаурму. За я это думаю, мой ли он сын, а? Помидорки розовые, сметану и майонез. Сейчас будем с Женей быстренько делать салат и обедать. Так, ну что, мы будем обедать. Макарошки у нас.
Всякие вкусняшки, вот такие вот кетчупы. Если честно, я даже не поняла, чем они отличаются, они в принципе одинаковые, да? Как, упаковкой. Упаковкой-то когда салат мы сделали, но у нас только что-то с хлебом напряженка. Я про него совсем забыла. Как это, мы на диете, ты только мясо не снимай. Да, что-то утка домашняя, очень вкусно. А вот детские пряники, печеньки. Это в школе Гришке дали тульские, а где тут Гришина? А он его съел, наверное, эту мордочку, да? А я какие-то ел сегодня. А, ты еще ел. Ну, там была Гришина ужасная мордочка, а здесь паутинки от Человека-паука. Это Антохины. А Человека-паука мы съели. А Человек-паук какой-то гламурненький, розовой паутинкой. Да. И черненького чуть-чуть. Черненькое, это неожиданно было. Да, а третья тарелка пустая. Ну, в смысле, не пустая, еще не приехали к нам гости. Мы не знаем, кто приедет, мы сразу налаживаем. Мы всегда за них. Да, налаживаем. На поминках стаканчик с этим ставят. Да, все равно кто-то приедет. Она полным не останется. Пустым. Полный. Да. Так, ну что, родители вот мне оставили петрушку, я сейчас буду вязать. Они поехали на обед, заберут еще Гришу со школы, у него в 12:55 заканчиваются уроки. Вот мое рабочее место, мой поднос, ножницы, у каждого свои резиночки. Уже за неделю, нам примерно на неделю хватает резиночек, ну может быть там... Ну да, где-то на неделю, может быть, чуть больше. Так, телевизор себе сейчас включу. Он хоть и старенький, но новости показывает. Я не знаю, что короткие. Что короткие? Уроки? Уроки. Ну, как ты их выдержал? Да, английского не было. Чего? Зря было английский учить. А что, не было даже английского, да? Такая путаница произошла. Вот эта учительница, у которой я не учусь, ага, она сначала была в этом кабинете. Ага. По-английски. Мы пошли ее поздравить. Я ее поздравляла, угу, с которой я не учусь. Потом она ушла, а моя учительница пришла. Ага. А потом ей подарили, и вот такая вот путаница получилась. Короче, у подарков не осталось никого, да? Ну, всем я хватило знаю пряников, вы всех поздравили. А ты, поздравили? Что, Наташке домов завести? Так ты кому это? Да у нее народу там. Кому ты дарил? Вот это я такая учительница, да? Не богей, по-английскому. Ага. Ну, там Людмила Валентиновна всех распределила, да? Зачем? Так ты с кем ходил? С этой... Не помню. Ну, с девочкой? Ну, да. Так как девочка-мальчик ходили? Девочка-мальчик. Ну, понятно. Ну, все, заходи, котичек. Если еще что, папе... Папа дома. Да, папе скажи, что папа тебе макарошки там хорошо разогрел, там я мяско. Не хочешь? Блин, вообще, там так музыка орала в столовой, вообще. Так кормили, да, вас? Да. Я думала, они будут кормить. Так там музыка так орала. Праздничная. Так, мы-то с мамулей будем вязать, а Григорий идет. Папа разрешил, да? Так покажи ты, с какими удочками. Конечно, тепло сейчас можно, пока не с двумя. Две удочки. Одна зимняя, одна нет. Ну все, давай, котик, счастливо. А ведро не забудь. Синенькое вот. Так, ну что, вязание мы закончили. Я очень жду, не дождусь, потому что мы сегодня должны поехать в СБС, так что... Сейчас будем собираться, уже видите, 5 часов. И сейчас я жду Сержунечку, и потом уже поедем. Вот, дети тоже уже ждут. Это все благодаря бабушке и дедушке. То, что мы им сказали, что давайте не всякие там сладости и вкусности, а давайте поедем куда-то. Вот давно мы не были в Лёсиках. Будем сейчас собираться. Что это? Я хочу уже ехать. Ну, сказал, уже забрал мальчишек. Там же такие же батуты будут, такие, как и на четвертом этаже на Красной площади. Нет, там таких. Ну, мы не туда, Гриш. Ну, туда, может, только тебе, а Фоньке с Антошкой. Нет. Туда поедем, где и тебе будет интересно, не переживай. Там будут эти всякие интересные лабиринты. Я уже боюсь. Да? Тогда останешься дома, наверное? Нет. Тогда с вас пицца, окей? Так, окей ты мой, давай, пошли собираться. Окей.
Окей, Google. Я не Google. Да, сегодня хоть потеплело, да? Но ветерок все равно такой дует. Блин, я жду дождя. На речке вообще прям так ушла. Вода ушла, да, на речке. Что Гриша даже пошел сегодня на рыбалку и не смог порыбачить. Всего-то две вот такие. Так ты их выпустил? Нет, я же принес Марсику, кинул. Или другие котлеты. Привет, сына! Как дела? Тебе что, стишок дали? Да, выгоревать центром. А что тебе за стишок? О, длинный. Да, 4 строчки-то всего. Чего? Не сильно-то он-то и длинный. 5 строчек. 4. Рассказывай, сыночек, а где наш любимый Афанасий? Где наш любимый Афанасий? Мама, а я хочу сильно кушать. Ну пошлите кушать. О, да, это... Афанечка, а что у тебя за шапка так красиво одета? А тебе стишок дали? Нет. Падают листья в нашем саду, листопад, желтые, красные листья по ветру вьются, летят. Мам, давай сейчас, мама, скажу. А ты сам уже знаешь его? Мам, давай один. Нет, я еще не знаю. Падают листья. Падают листья. В нашем саду листопад. В нашем саду листопад. Желтые, красные листья. По ветру вьются, летят. Бьются, летят. А ну-ка ты повторяй. Mm-mm. Падают листья. Мама, ты кагали, Мама, еще раз прочитай. Падают листья. В нашем саду листопад. Желтые, красные листья по ветру бьются, летят. Мам, давай еще раз. Давай. Падают листья. В нашем саду листопад, желтые красные листья по ветру вьются, летят. Правильно. Я уже почти знаю. Да. Ну, наконец-то мы доехали до пробки, а то я так переживала уже, что пробки нету. А вот она на Уральской начинается. Красота. Я так люблю, когда огоньки эти все красные мерцают. Как вот сейчас. Ой, люстры целый магазин. Правда, нам они уже не нужны. В общем, куча всего на Уральской. Красота. Мы бы тут жили, да, Роб? Красный. Ой, зеленый горит. Надо ехать. Интересно. А здесь всегда вот такой вот пар на Уральской выходит. Че, шаурму на завтра жарим? Да. В подземелье. И вот опять, это же из этой, из канализации. Да нет, это скорее всего идет отопление. А че ж тогда, где-то обрыв? Нет, ну, наверное, большая идет труба, просто пар с ней. Реклама СБС, цветочки такие. Ой, как тут красиво, вообще обалденно. Как мне нравится. Деревня выехала. В принципе, можно ехать домой. Все, уже посмотрели. Да, посмотрели на огоньки. В принципе, что нам тут еще делать? Да то бесплатно. Да. Сейчас еще припарковаться в этой большой деревне. Там смотрю, три человека на одно место. Да? Не катят, да. Это чуваки. Затонировано. Ты че? Вот тебе и ночь разноцветная. Да, вот тебе папы ночь. Все, посмотрели фонарики? Нет. Хватит. А, может, и нам парашком пора?
покрасить. Может, вас покрасить? Нет. Нет. Не надо, вот с этого. Да, тут очень красиво. Вот они, новые лёсики. Тут целая карта даже. Пошли посмотрим. Пошли. Папа, где дети? Гришка! Он под водой плывёт. А где Афоня? Афонька! Two points.
Вот, да. Они переоделись в национальные костюмы разных стран.
сегодня у нас международный праздник. Ну что, ты будешь крутить педальки или нет? Тебе помочь? Давай я буду на этом крутить педальки, да? Я Франция! Надо крутить педальки. Петра, мистер Америка. Ико! Зои, у нас Япония. Да ничего! Вот, а Фоня уже сам крутит. Видишь, ты крутишь и едешь на карусели. Пока, сынок. А что должны делать переодетые страны мира? Педики на Америку. Здесь уже мультики «Свинка Пеппа». А Фоня, ты «Свинка Пеппа». И я. Надеюсь, все помнят слова. Сашу! Замечательно! Так, Афоня с папой идут в трогательный зоопарк. Ты хочешь? Да! А мы идем в автоматы, да? Пошлите! Зубочистки. Мы зашли в просуши. Я нашел. Я зашел. Вот где там творчество. Вообще просто они кидают через все. Вообще супер просто. Огромная, короче. Присаживайся, Антон Сергеевич. Сейчас остынет только, хорошо? Она горячая. Она запах очень хороший. Вкусная. Это ассорти. С курицей, с колбасками.
тоже, ты же там. Это спайси. И это что значит? Спайси — это острое. Гриш, ну можно чуть-чуть бы это. Как вот этот спайси красный, вот этот вот очень острый. Вот эти еще два ничего, но вот этот супер спайси. Запеченные роллы. В Афоне комбо детский. Тебе нравится, сынок? Да. Гриша на пицца. Ну, бери вилку. А у Антошки комбо 2, это с гамбургером. Мам, комбо! Бля, а можно попробовать? Так, все, мы на выход. Про суши, пока. Сок. Такой красивый апельсинчик светится. Новые попугаи. Будем таких попугаев покупать? Да. Мне особенно синенький нравится. Да, какой попугай синий. Ой, гля, какие цветы классные. Все, одевайся, сына, там уже холодно, наверное. Наверное. Завтра мама может. Увидимся завтра, но мы вообще через год. Шапку ты ему в капюшонку вложу. Тоже едет домой на велике в 11 ночи, и сейчас вот... А может, его выгнали из дома, а может, он не дома. И сейчас, кстати, ремонт дороги вот ночью идет, потому что тут на Уральской днем не проехать. Здесь днем рабочие себе могут узнать очень много нового. И интересного, да? Все, мы дома, хотим все спать, да? Все такая приятная усталость, столько эмоций. Почти 12 без 20. Говори всем пока, Антох. Всем пока, до завтра. Ты такой недовольный мальчик сегодня. Я ему так сейчас недоволен. Я довольна, просто... Устал? Да. Тогда давай раздеваться и спать. Я спать.